Так это родные, самодельные. Вот, я еще не могу. Эти самодельные. Это тоже самодельные. Это арматура обычная. А вот эти у кузнеца заказал специально для безоборота. И сколько он? По цене? Да. 350. Рослан делал. Ну это больше именно для безоборотных, да. Ну то есть нож что делает большой такой цели, но особо. Ну этими большими то удобнее, когда вращаются. Безоборот большими. В целом тут все подряд, даже арматура. Этот тяж, что вообще такой предсказуемый. Очень хорошо идет. Можно наоборот, так как когтем. Вот еще удобнее. Ну и плюс, когда вытаскиваешь, если упирается в эту спинку, а мы тут пока вытаскивать. Проще вытаскивать. Даже арматурин тоже идет в оборот. Погнали. Счастливо. Счастливо, спасибо. Вот такой вот мастер-класс. Все втыкается.